Ну что, ребятушки, показываю вам лучший момент. Остановка на трассе. Причем на какой трассе? Это, значит, Казань-Вишкарова. Моя родная дорога. Еду я с Яльчика в Вишкарову. Вот тут все мои обереги. Это все 90-е годы. Редчайшая покупка. Сзади меня охраняет Густав Флобер. Льет дождь, но я надеюсь, что в городе он прекратится, потому что надо провести съемки. И в городе меня ждет мой племянник Эдик, который также будет принимать участие в съемках. Так, надо включить обогрев, чтобы у нас зеркала отошли. Так, потихонечку. Я думаю, что сейчас вот этого пропустили, да? Ладно, бибикать. Так, ну все, благополучно мы выехали, двигаемся. Сейчас я включу Led Zeppelin.